В Ивановском зоопарке появился новый праздник. Теперь ежегодно 22 августа здесь будут отмечать День рыси. В честь этого события для маленьких посетителей было подготовлено множество сюрпризов. Первый ждал их прямо у кассы. В День рыси вход для ребят младше 10 лет был бесплатным. К вольеру с виновниками торжества вели импровизированные следы, нарисованные краской. Сейчас в зоопарке живут два представителя западносибирского подвида. А совсем недавно у них появилось потомство. Символом Ивановского зоопарка рысь стала в 90-е годы. И с тех пор здесь всегда обитают эти красивые хищники. В 90-х годах нам Мосфильмом был подарен самец рыси. Его звали Васик, ему было около 20 лет. Но достаточно такой знаменитый был рысь. Он играл в фильме «Рысь возвращается». Там у него кличка была Кунак. Он у нас жил 10 лет. И после чего мы приняли решение, что символом зоопарка у нас будет все-таки рысь.